Приветики! С вами Таня и канал «Поделки-самоделки». Хочешь себе такую шуршалку с любимыми героями внутри? Тогда ставь лайк и смотри, как сделать антистресс своими руками. На белом листе бумаги нарисуем свой рисунок. Какой пожелаете? Я нарисую желтого смайла с сердечком. Сначала карандашом. Рисунок не должен быть слишком большим и желательно круглым. А уже после, как всегда, раскрашу цветными маркерами. Я очень люблю рисовать и срисовывать. Кто тоже, ставь лайк и пиши в комментариях, какие твои любимые герои. Подрисую глазки и губки черным маркером, чтобы контуры были лучше видны после того, как я буду превращать рисунок в антистресс. Сердечко тоже. Рисунок готов. Теперь понадобится обычная крышечка из-под йогурта, любого цвета, прозрачная или как у меня. Уж йогурт, наверное, любят все, и у каждого в холодильнике он есть наверняка. Вырежем рисунок и наклеим его на плотную бумагу или картон. Еще раз вырежем. Так основа для антистресса будет намного крепче. Пришло время наклеить крышечку, но не всю сразу. Сперва немного ее обрежем, самую малость. Видите, зачастую поделки можно делать из разных, уже имеющихся дома, покупных вещей, которые мы обычно выкидываем. Нанесем клей только на одну половину крышечки и приклеим аккуратно. Наносить термоклея много не нужно, а то крышечка плавится от горячего. Красивые маленькие сердечки будут у меня вместо шуршалки для антистресса. Засыпаем их вовнутрь, слегка приоткрывая несклеенную часть игрушки. Класс! Приклеим и оставшуюся часть крышечки к рисунку. Если клея у кого-то нет, можно склеить скотчем. Смотрится просто шикарно. Классно шуршат внутри сердечки. Такой антистресс не стыдно и подарить даже на день рождения другу или подруге. Декорируем пушистой синельной проволокой. Самый край антистресса – шуршалки. Вот так. Отлично, мы справились. Получилось здорово. А чтобы превратить антистресс в подвеску, берем любую веревочку и приклеиваем ее с обратной стороны шуршалки, как я. Делись видео с друзьями, пусть и они посмотрят, как сделать шуршалку антистресс своими руками. Ставь лайк за прекрасную идею. Подписывайся на канал «Поделки-самоделки» и становись творцом. Нас уже много. Солнечного всем настроения. До следующего видео, друзья. Пока-пока.